Всем привет! Готовлюсь завтра на рыбалку, решил наварить кукурузы. Кукуруза у меня старая, я ее уже замочил в воде на 5 часов, вот так насыпал кукурузу и залил водой. 5 часов она побыла у меня в воде. Теперь что я делаю? Теперь беру ложку чайной соды, ну вот так где-то, вот. И сразу добавляю кукурузу сюда в воду. И сейчас ставлю на газ и буду ее варить. Время варки я вам не скажу, так как разная кукуруза по-разному варится. И сколько часов ее надо варить, я как ее сварю, я вам расскажу, сколько она варится. Вот такая старая кукуруза, прошлогодняя. Теперь вот так одеваю такой пенопласт. Теперь кукуруза. Кукуруза старая, вареная. Вот такую кукурузу взял разваренную. Вот она. И вот так пробил. И все, и вот так. Ну вот, кукуруза закипела, начала выделяться такая пена грязная от кукурузы. И будем ее потихоньку варить. Убавляем огонь до среднего и пускай варится. При желании можно накрыть крышкой и быстрее сварится. Ну вот, наша кукуруза сварилась, прошло 4 часа. После 4 часов варки некоторые кукурузинки, они вон разварились, а некоторые целые. И кожура такая, она, ну, твердоватая, то есть будет хорошо держаться на крючке, но в принципе вот это нормальная такая кукуруза и будет хорошо на нее ловиться. Итак, пока кукуруза горячая, мы сейчас ее разделим на две части. Одну часть большую мы возьмем, то есть которую будем вешать на крючок, цеплять на крючок и будем подкидывать на поплавок. А со второй части мы приготовим кашу, то есть, ну, которая будет в пружины. Отбираем ту кукурузу, с которой мы будем делать кашу. Вот так достаточно. Теперь мы берем укроп и нарезаем его. Теперь сливаем воду, которая получилась у нас при варке кукурузы. Этот супчик такой. Он нам еще пригодится. Теперь высыпаем укроп в кукурузу. И все перемешиваем. Пока кукуруза горячая. Чтобы укроп отдал свой запах кукурузе. Вот и все, насадка для крючка у нас готова и также для прикормки. Из другой части кукурузы буду готовить кашу. Возьмем блендер, у кого блендера нет, можно на мясорубке перекрутить эту кукурузу. И начинаем. Ну вот, у нас получилась такая каша кукурузная, мамалыга.
Если сюда добавить манки, это уже будет мастырка. Но мы манку добавлять не будем. Мы добавим сюда макуху. Вот теперь возьмем жареную макуху. И прямо даже ее не надо перемалывать. Каша еще горячая. И добавляем сюда. И начинаем вымешивать. Пока каша наша горячая, можно было бы, конечно, добавить макуху уже перемолотую, но я добавил кусочками, так как это опять заморачиваться, доставать, в чем молоть. Ну, в общем, она горячая, она сейчас настоится, и потом где-то минут через 5-10 я опять помешаю, и она уже будет нормальной консистенции. Ну вот, наша каша уже остыла. Теперь мы ее перемешиваем. И вот видите, получается такая каша с частичками кукурузы. Где-то кукуруза не разбилась целая, где-то дробленная. Ну, то есть разные кусочки кукурузы. Вот и все. И потом берем такой кусочек. И в пружину. Уже оно еще остынет, она будет холодная каша, и она к рукам, вон, видите, не липнет вообще. И, ну, и зато будет растворяться. Сейчас я покажу, как. Да, еще я говорил, что нам еще пригодится вода с кукурузы, в которой мы варили. То есть мы берем хлеб старый, и вот в эту воду здесь намочили хлеб, потом выжали его, и можно один кусок смешать еще и с хлебом. Ну, в принципе, я сейчас не покажу вам. Вот мы взяли эту жидкость, которая варилась, супчик этот, которая варилась наша кукуруза, и туда старый хлеб, черствый, какой у вас есть. Вот, он уже начинает распадаться. Теперь его отжали. Хлеб отжали. Взяли часть нашей каши и начинаем смешивать. Добавить хлеба много. Ну вот и все, получился такой колобок. У нас кукуруза, макуха и хлеб. Вот так. Ну а сейчас покажу, как эта каша растворяется в воде. Пока мы делали кашу, кукуруза наша остыла, та, что на крючок. Я сейчас просто покажу, какая она получилась. Вот смотрите, одна разварилась, вот такая, вот разваренная. Вот буду на крючок ставить больше разваренную вот такую кукурузу. Вот она такая. Ну, а теперь я покажу, как растворяется эта каша. С левой стороны у нас кукуруза с макухой, с правой стороны кукуруза с макухой и с хлебом. Ну вот, вы сами можете убедиться, что кукуруза с макухой сразу же практически начинает растворяться, а с хлебом еще не совсем. Но наблюдайте.
Ну вот на этом я буду заканчивать свое видео. Думаю, вам будет оно полезно. Удачной вам рыбалки. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.